Эй, ребята, доброе утро! Я на нашей новой парковке, где нету ни одной машины, и ее только свеже покрасили. На самом деле, обожаю пустые парковки. Мне почему-то очень нравится, типа, сидеть тут где-нибудь на поребрике, на бордюре, как вам больше хочется. Так, Луи ушел на дорогу, ну тут уж сорян. Я вам из окна дома решил снять, как выглядит эта парковка пустая, видите? Вот эти вот линии прекрасные, хотя, конечно, тут есть вопросики к некоторым уголкам. Вот и дом вот этот оставляет желать лучшего, бедненький дом. Вот, но сама парковочка пустая, меня безумно радует. Надо сегодня еще там что-то снять. Я хотел там лайв как-нибудь снять. Снимал сейчас задание для Раунского Вандал Сэмплс Клаба. Сегодня у меня задание такая немножечко в сторону Aphex Twin уходит. Вообще, я поставил Вере сегодня трек Aphex Twin. И, конечно, ей очень сложно эту музыку слушать. А мне, наоборот, что-то захотелось послушать. Хоть она и сложная, но она реально как будто бы прокачивает мозг. Сейчас, я думаю, выложу задание, пойду, схожу на улицу, выпью кофе на бережок, и потом у меня уже стрим через час. Так что там мы с вами и увидимся, вероятно. Утро с Глебом, сегодня суббота. Поэтому все, как всегда, в 11 утра по Москве, в 2 часа по Омску мы встречаемся у меня на кухне. Смотрите, ребят, какая у меня есть еще сказочная локация рядом с домом. Тут кругом песчаные пляжи, такая заводь. Люди тусуются. Кто-то, конечно, вот купается, я бы, наверное, не стал. Не советуют, мне кажется, в этой реке купаться. Но, блин, как тут красиво. Просто волшебство какое-то. Я доехал до суда на скейте со стаканчиком кофе, чтобы просто посидеть буквально несколько минут, потому что до стрима осталось 20 минут, а еще надо доподключать там. Поэтому, в принципе, у меня, наверное, и минуты нет. Но я думаю, вы меня простите. Уж больно тут классно. Ехал, слушая релиз Aphex Twin, вот так вот он называется. Очень классно действительно заходит эта музыка. И она сложная, и тяжелая, и даже эмоционально не везде простая. Знаете, это меня приводит к одной простой мысли, что если ты пишешь музыку, то найди то, от чего у тебя максимальные мурашки, от чего тебя максимально прет. Я пока сам не понимаю, что это, честно говоря, но я сегодня это как-то осознал для себя. Я имею в виду, вот, например, Aphex Twin явно задрот по всем этим деталькам. Не пытайтесь изображать других людей. У вас есть то, что вам больше всего нравится, и, возможно, у вас еще и лучше всего получается. Но даже не это важно. Важно именно, чтобы вам это доставляло кайф. Не знаю, нравится вам писать тупую прямую бочку, простейшую, тупую не в плохом смысле, пишите обязательно ее. Пробуйте, не стесняйтесь ничего. Нравится drum'n'bass, а вокруг ваши друзья говорят drum'n'bass говно, не слушайте их, делайте то, что вам нравится. Именно тогда музыка станет чем-то настоящим вашим. Вот о чем речь. Видите, тут даже кто-то сделал вот такие штуки. Здесь несколько, ну две, как минимум. Вау, байдарка. Сегодня здесь, похоже, происходит субботник. Видите, кучу всего порезали, и люди с пакетами собирают мусор. Это чудесно, я почему-то не в курсе и не присоединился к этому делу. А так было бы классно, мне кажется. Вот оно, как выглядит утро с Глебом. Если вы не знали, ну вообще вы уже знали, я уже это показывал, мне кажется. Вот, вот отсюда, вот туда я смотрю. Там камера сегодня, она не на штативе, она просто вот так вот стоит. Главное, что оно тут все работает хорошо. Микрофончик, вот он, камерка, микрофончик. Ну и самое главное, конечно, в этом всем, это то, что рядом стоит миллион грязных кружек и тарелок.
Потому что просто я не успел их помыть. Они просто сдвинуты в сторону, чтобы вы понимали, кадр вот здесь заканчивается, и никто не видит, что вот здесь такое происходит. И никто не видит, что вот там вот такое происходит. За кулисье. За кулисье, конечно, надо бы тут все прибирать. Но зато от Бубы вам привет. Итак, вот куда я пошел. Короче, иду сегодня помогать Tommy Dance Company. Девчонкам у них будет сегодня пластический спектакль, а я там включаю просто музыку для них, помогаю. Так что немножко вам покажу, как это выглядит. Место называется «Огненный дракон». Дера сюда тоже приедет посмотреть эту постановку. Девчонки супер крутые, я с ними все время сотрудничаю, как раз для них сейчас пишу новый саундтрек. Здорово! Здорово! Не сильно опоздал? Я снимаю на всякий случай. Говоря, ничего не знаю про историю этого здания. Что здесь, почему здесь? Это, видимо, какое-то старое промышленное здание, которое переоборудовалось под что-то более современное. Просто идеальный сэмпл. Впереди пластический спектакль. Я практически ничего не делаю, нажимаю два раза play. Потрясающе, просто потрясающе. Цвет моего чехла. В общем, у меня, в принципе, релакс. Главное вовремя нажать. Идеально прочувствовала мой трек, просто. Да, да, спасибо большое. Сейчас заплачу. Я вот когда играл, так и сидел, да. Так Лев сам сидит, пишет. Потом мы играем. Вспоминаем и репетируем, но больше у девчонок работ со светом, чем с музыкой. Это уже какое время? Это уже ближе к концу. Чуть раньше или? Так, он вообще заканчивается, да, у нас? Применяю плагин SUS 2 для того, чтобы найти резонансы, которые очень режут по ушам. Гости уже почти собрались, сейчас начнем. Мы с тобой что? Домой. Мы с тобой ночью, уже почти Омск, темно. И мы с пластического спектакля девчонок. Я, в принципе, вам его уже показал, пока они готовились, да? Сам спектакль я, конечно, не могу показать. Приехала Аня сегодня. С Аней мы ставили как раз ту самую «Синюю бороду», спектакль, ради которого я и приезжал в Омск изначально. Это то, почему я оказался в этом городе. Да. Потом я влюбился в Веру и остался здесь, да? И вот
Вот она история. Сегодня приехала Аня, которая ставила спектакль. И мы с ней очень давно уже совместные всякие штуки делали, уже не первый спектакль вместе. Поэтому очень классно, что вот так вот жизнь нас всех связывает. И оказывается, вот видите, мы опять оказываемся в этом городе. Смотрите, какая красота. Конечно, на камере мне вам не показать, но это правда очень красиво. Почти, короче, время влога. Без 5 минут. Загружаю через сеть телефона, и эта штука не справляется. Очень быстро. Время-то нет совсем. Так вот, когда ты работаешь? Когда я работаю? Ответь, Вер, за меня, пожалуйста. Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Может, я вообще не работаю? Ну вот, как минимум сейчас, перед закрытием кофейни. Ну что, мы спешим домой. Спешим домой, потому что нас выгнали из кафе. Я не успел дорисовать обложку и не успел дозагрузить влог, потому что интернет не позволил мне это сделать. Сенсация, сенсация. Поэтому мы вот прям бежим на ходу, пытаясь сделать. Вот, если что, мы были вот здесь, вот на берегу. Вот, там видно что-то, да? Да. Ну все тогда. Короче, ребятки, уже дома увидимся. Тут у нас темная дорога и больше ничего нет.